Всем здравствуйте. Всем привет. Сегодня короткое видео про мебель. В Goodwill завезли итальянскую мебель винтажную. И сейчас мы вам покажем. Цены, конечно, на нее очень хорошие. Очень даже не винтажные. Да, не для секонд-хенда. Цены винтажные, но не для секонд-хенда. Сейчас мы вам покажем. Это прям саркофаг какой-то. Ничего себе, сундучок. Посмотрим, купит кто-нибудь или нет за 1,5 штуки. За это. О, сундук. Такое креслице. Совсем чуть-чуть поюзано. Ну, наверное, восстановить можно. Кстати, на колесиках. Зеркало. 250. Что тут еще? Тоже все Италия, Италия. Какой-то был estate sale неудачный, я так понимаю. Вот еще этот. Еще секретарь, что ли, типа того. Всего из одного места. $400. Круто. А, вон еще один. Очуметь. Комод, что ли? Сейчас не могу уже назад. Здесь другая мебель стоит. И вон, смотрите. Тоже, по-моему, штуку стоит. Вот это, конечно, круто. Вот это стол. Не, ну круто, это просили. А эти вообще по 200 залудили. Эти ночные для ламп. Круто. А вон еще тоже. Это, я так понимаю, трюмо, что ли. 400. И вот столики. Столики 130. С резными ножками. Это поменьше, 150. А нет, не меньше. Просто другой. А, вот у того дефект. Я так понимаю, он уже продавливается. Да, просто целая куча мебели из одного источника. А, вот еще. За $400. А вот смотрите. Итальянский Мойдадер. Ну, то есть это только подставка. Написано wash stand. То есть здесь, я так понимаю, стоял тазик, которым что-то мыли. Супер. И сундук. Смотри, Наташа. Тоже все Италия, все сплошная Италия. Прям этот комплект просто итальянский. Вот сейчас Наташа подошла, я ей рассказываю, что тут творится. Итальянская, просто какой-то ренессанс. По 1000, по 500, по 800. А может, мы его откроем и посмотрим? Ну-ка. Ёпарасоте. Умрешь, в нем и похоронишь. Нет, что зачем называется. Прям проиться? А как картошку. Приданные. Картошку хранить. А я сразу карту. Вот смотрите. Я сразу практичная картошку. А Наташка приданная. Которого у нее не было. Зачем мне-то? Мне тоже что хранить. Что, тоже, что ли, винтажные? Да. Немножко с другой оперы. Слушай, ну это круто. У кого-то прям была итальянская подборочка такая. О, тут еще с музыкой. Мама дорогая. Музак причем. Ну хорошо, что музак, а не другое слово с буквой Д. И сколько это музак? А, $15 всего. То есть это, этот музак не винтаж. Понятно. Ну, а это вот этот уже 30 уже. Не, 15. А 30 вот это вот фигуёвина, это, видимо, винтаж, наверное. Написано Италия. О!
шкафчик какой-то. Ну, тоже, наверное, 30-50. Круто. Я это самое... Я, знаешь, как Наташа, вот уж мебель. Прям что-то... А, вон, вон, смотри, какой рукомойник, Наташа. Ну, это просто старый. Это просто старый. Не все то винтаж, что просто старый. Такие да. Тумбочки. Это, вот, например, вот под телевизор. Под старый. Причем. Ну, в общем, круто, конечно. Прямо ну, эту мебелью прямо сюда. Вот заставили. Сейчас ну, общую дам панораму. Перевести сюда. Это не то слово. Это, я так понимаю, неудавшийся estate sale. Ну, estate sale они сами потом берут. Ну да, что-то вообще хотя бы хоть за сколько продали. Наверное, даже не продавали, да? Да, скорее не продавали. Скорее в общем, прям загадка. Вот еще прям подтащили сегодня. Дека с автореверсом, но, к сожалению, я посмотрел, что-то от 30 до 40 уходит, и наверняка уже там проблемы. Ну, понятное дело, по старости. Это, что такое, ресивер Optimus. Он какой-то Акуриан, Акуриан. Во, какой Onkyo, даже с HDMI. Пылище. Ну, или там внутри что творится-то. Вековая пыль. $20. Ну, это, конечно, мультимедиа ресивер. То есть для музыки, не знаю, как он. Сложно сказать, надо слушать. Ну так, если так, к телеку подключить. С какого-то источника звука и так и на колонке, чтобы звук был получше. То, наверное, да. Но проще просто это поставить, этот, как это, саундбар. Для звука, чем вот с этим грубым мучиться. Ой, кошмар. За что превратили? Сразу сдать не могли. Нужно было засрать вначале, а потом сдать. Что-то мне кажется, этих... Кто это? Хомяки или бурундуки. Они уже мне падают. Связаны. Наташа, смотри. Смотри. Связанные... Одной целью. Прикольно. Это круто. Но это не так прикольно, как вот эта сова. Ты посмотри, какая красота. Это супер, конечно, удобно. Но она как-то дешевая, все равно. После да такой ладно, мебели, как-то... Вот... А вот, вот, смотри, смотри. Наташа, ты смотри, какая красота. Да, ну это прекрасно. Ну это, конечно, не супер. Дома, это где-нибудь на этой. Ну это на улице, конечно, они железо сделали, естественно. Не коляк и зря. А это, я так понимаю, кто во флоте где-то служил. И вот он у себя якорь такой присандалил. Но, видимо, уже не нужен. По ряду причин. Уже откинул этот якорь. Просто поменяли. Ну, этот, по всякому случаю, откинули. Ну вот, такая прогулочка по мебели. Музею, да, слушай, при якорем как в Италии побывал, Наташа. Да а ты как? Нет, не как в античном магазине. А, в этом, в антиквариатном. Во, да, точно, точно. В антиквариатном, да. Ну, надеюсь, вам было интересно. А, да, всем спасибо. Всем пока.